«Живе Беларусь, слава герою Андрею Зельцеру». И вот, как эти пропагандисты не говорят, что санкции им пофиг, так сказать, санкции им до бульбы, но все-таки санкции европейские действуют. И на себе их ощутил мутовозчик, который является пропагандистом белорусским, работает Советская Беларусь. Я считаю, что еще ни один пропагандист ощутит, что такое санкции Европейского Союза, США и многих других стран, которые против этого Лукашенко нашего. И многие еще почувствуют, что такое быть союзником диктатора. Увы, еще многие не поняли этого. Но я считаю, что в ближайшее время все поймут и ощутят это. Вот такие вот дела, ребята. Так что, пропагандисты, подготовьтесь. Ваша очередь уже рядом.